Навеки живые. Журботный митинг «Реквием» прошел сегодня на месте спаленной фашистами вёски Алла в Светлогорском районе. Тут 76 годов тому, минавито 14 студеня, карники спалили 1758 мирных жихаров Аллы и новокольных вёсок. Зараз на месте трагичных подей братское похование. Хутка тут з'явится великий мемориальный комплекс. Его узвядение на контроле у старшини Гомельского облвыконкама Геннадия Соловья. Марина Джалая с подробязностями. От шоссе до малявнейших мястинов, где некали гучали дитячие голосы, и своим ходом ушло звычайное селянское житё 4 километры. Зараз тут высится лес, посерод якога на поляне братское похование. Под гранитными плитами 1758 мирных жихаров Аллы и еще 6 суседних вёсок. Сирот их 950 неповинных детей. Усяго гэта як 12 хатыняў. Трагедия отбылася 14 студеня у 6 годин раницы. Аллу з усіх боков окружил немецкий карный отряд. Спочатку людей сагнали у великую колгасную адрыну, а потом забирали особными группами и спальвали у хатах. Такие места их нельзя забывать, и это то, к чему мы должны возвращаться в рассказах, в беседах с нашими детьми, с внуками. Это нельзя забыть никогда. И если будет здесь современный такой комплекс, который будет привлекать туристов, конечно же, это станет одной из точек исторического маршрута Гомельщины. Еще несколько годов тому история вёски Алла широко вядомой докладно не была. А зараз подробязности трагичного лёсу населенного пункта знакомые не только жыхарам Гомельщины, але и бадай что усё Беларуси. Об тем, что у память спаленных фашистами мирных жыхаров тут собираются побудовать мемориальный комплекс, ведая и президент краины Александр Лукашенко. Подчас сустрэчы кіраўніка державы с будущими медиками и их выкладчиками от студентки Гомельского медуниверситета Татьяны Романюк прогучала просьба подтримать инициативу узвядзення мемориалу и пропанова принять удел у открытии комплексу. Вы знаете все, как Александр Григорьевич отозвался, откликнулся, сказал, что не только нужно посмотреть и улучшить проект, но нужно и финансово поддержать эту идею, и пообещал приехать к нам сюда на открытие мемориала. Летось улетку в Светлогорском районе прошел пленер скульпторов. Майстры створили каменные скульптуры, в яких адлюстравали трагичный лёс вёски Алла. Сёлета яны стануть часткой мемориального комплекса у память об неповинных ахвярах фашизму. Открытие мемориалу плануют перемерковать до 75-годия перемоги у Великой Айчинной войне. Правильно было сказано сегодня, что мир познается в войне. И вот это место должно быть тем учебником, той страницей истории, где молодежь будет понимать, насколько ценен сегодня мир. Поэтому я думаю, что нас ждет очень большой интересный проект, который будет реализован в Гомельской области. И мы все с вами получим еще одно место преклонения, куда будем приходить и приводить своих детей. Так само на братской могиле прошел завершальный районный этап республиканского проекта «У славу агульной перемоги». Два месяца активисты районной организации БРСМ удельничали у заборы земли из узих 17 братских похований Светлогорщины. Для больше худкого уладкования мемориалу будет открытый доброчинный рахунок. Ахвярование на его сможет внести любые необыяковы до этой годной справы человек. Відеоролик про трагічны лёс вёскі Алла рыхтуе тэлерадыёкампанія «Гомель» при падтрымцы Светлагорскага райвыканкама. Марына Джала, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель», Светлагорскі район.